Блин, он сейчас нормально встанет. Эйс то получишь. Кашет вообще КВ, что ли? Цель понял. Есть отставить цель. Есть пробитие. Внутри там. Пробитие. Сука. Это едь, мразь, блядь, конченая, сука, тварь. Ой, блядь, что за членосос-то конченый такой, а? Пиздец. Кончелыга, блядь, ёбаная. Ну, просто как так можно, я не понимаю. Уже ехать, блядь, на гору нет смысла.
типа скотов распилили. Тыкаешь, мразь, нахуй, я тебе сейчас уебу, блядь, тварина. У меня очень маленький член, точка, 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 мне завидует только снегирь, точка, 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 выйду я нагишом на балкон, приходи, поболтаем, снегирь. Суровый. Цель захвачена. Цель потеряна. Готов. Есть пробитие. Цель захвачена. Есть отставить цель. Сука. Уничтожен. Пробитие. Сука, как у меня жопа сгорела от этого ЛТТБ ебаного нахуй. Репортов ему, сука. Чмо, блять. Стоит, сука, аут ебаный. Так, на стакане. Спасибо за донат. Ну, короче, я не буду развивать эту тему. А, блядь. Ну вообще, блин, чувак, тебе надо туда к доктору идти, нашему смоленскому. Он поможет. Так. Аж...
Эй, как стрим с Дезом прошел? Нормально, в принципе, прошел стрим с Дезом. Не обижая аутистов, да их жизнь обидела. Я их не обижаю, просто горю. Я ж не могу обидеть человека, который не слышит меня, ничего не видит, не знает ничего. Он просто играет и все. Он не обижается. А то, что я несу, ну это агр, тупо рейдж, который нужно вблескивать, если он есть. Соотношение сторон у меня 19 к 10. Поэтому они кажутся такие более толстые или широкие. Мне на 16 на 9 не нравится. Так. Помнится, я недавно поиграл тут в нубычке. Тысячу урона. Просто заехал и отдался. Кстати, сейчас 10. Вот ты едешь, ты 10. Дальнему маршруту. Становится широко, крыть будет нормально. Почти можно агрессивно сыграть. Их тут больше, блядь. Сейчас бы самый важный шот, блядь, проебанить. Сейчас бы бортик. Чё, них никого? Поехали.
цель, понял? Есть отставить цель. Есть пробитие. Цель захвачена. Есть отставить цель. Уничтожен. Цель понял. Есть отставить. Цель понял. Есть отставить. Пробитие. Цель захвачена. Есть отставить. Цель захвачена. Есть отставить. Есть пробитие. Цель понял. Есть отставить цель. Пробитие. Цель захвачена. Есть отставить цель. Уничтожен. Цель захвачена. Есть отставить. Уничтожен. Здорово, здорово. Почему делаешь ЛБЗ на 22? Потому что это слишком сложно и не фаново. А танк, соответственно, я не настолько хочу получить, чтобы через вот эти тернии идти к нему. Гамма этого нуба с двумя отметками смотрим. Не знаю. Нафига. Видать, что-то еще в нем есть. Или ты чувствуешь потенциал его? Что за мода на ТТ ремонт качать пятым перком? Ну, вообще, ремонт изначально качался здесь не пятым перком. Он качался первым перком. Просто сейчас 80% этот перк изучен, а вот этот вообще на фул. Этого заряжающего. И получается, что в принципе ремонт почти 100% итогово. Поэтому можно какие-то другие перки выставить. Такая логика. Я, в принципе, эти перки выставлял под 121-го. А на тяже я бы, конечно, сейчас чуть по-другому сделал. Поставил бы ремонт фул, а маскировку убрал бы на место ремонта. Но это стоит голду. Голды. Голды мало. 12 тысяч. Когда-то было почти 100.
Просто разлетается. Долго потеешь на три отметки? Да нет. 60 боев. 60 боев, 90%. Реже сегодня рубили с вами на Эльхалуфе, читок не хватило, затупили те, кто вниз поехал. А, в эти, в укрепах, что ли? Так, и чё у нас тут? Сейчас посмотрим, как зайдет. Послушает кто-то или нет. Так, и пятый. О, нормально. И всем тоже поедет. Город, блядь. Ты хуёрот, нахуй. Какой город, блядь. Иисус, сука. Блядь, алё, нахуй. 7,5, вы шо? Бросили меня, блядь, что ли? За дела непонятные. Опа, пизда, короче. Ход кому-то. Четыре еще заезжает, сука. Его стопать там. Ну, арта. Меня стреляют! Есть пробитие.
Надо тебе каток как-то дать. Хорошо, альфачка! Что, блядь, с тобой сделать, а? Ой, хорошо. Блять. Арта, арта, арта. Ебать, я на аутов нарвался, вообще красота, нахуй. Видели? Они даже не в меня стреляли, нахуй. Там протанчил этот. Цель захвачена. Есть отставить. И пятый, все. Цель захвачена. Есть. Блять. Отставить. Готов. Нарик на 90-ке. Такое вот бывает. И что это, скилл, типа? Это просто фарт, нахуй. Это то, как происходит с человеком, у которого ник не страйк. Вот сейчас у меня было так, как происходит обычно не челом, у которого ник обычный. АФК? Пробитие. Есть пробитие. Смотр Е5 сделай. В смысле? Не понял. А что, ты хочешь, чтобы я рассказал про этот танк или про Е5, который со мной был? Там даже не столько Е5 красава, сколько эти... Как он там? Е4, да, он... У меня хп было меньше, чем у него. Ну или как, столько же. Но меня, в принципе, легче убить было. А он стрелял в Е5 нашего. Итогово я, блядь, ДПМил все это время. Потом мне повезло, что четвёра меня один раз не попала, на ходу стреляла. Частоту Е5. В следующем бою покажу. Бой начинается.
Надо было отстреливать, короче, мид. Там под артой. Не очень хотел. Ой, не боится, это хорошо. Чем прилип, блядь. Цель захвачена. Есть остальные. Готов. Пробитие. Хиксик, ютер, блядь, ты заебал. Го катать на 95Е6 или М60 на 3 отметки. Я же, блядь, смог на М60. Кому твой М60 нужен, блядь, заебал ты? Я буду 113 качать. И интересно катать на этих танках. Почему я должен катать, на которых мне не интересно? Если я буду играть на том, на чем мне не интересно, это будет говно. Бои. Да, можно сказать и так, графа киберспорта.
Сколько средуха на ВЗ? 3900 где-то. Чуть меньше, наверное. Хуёвое. 4 плюс надо делать. ВГ мне не дают голды. Блять, я 5-го забыл. Сори. 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 Высла и 5. На. Потом, может быть, в следующем бою не забуду. Есть шанс, что я не забуду в следующем бою, но он невелик. Бой начинается. Конченная карта для этого танка, пиздец. Ищем две дамага. Нет, три. Три надо стрелять как-то. Опа. Может, что-то просветишь получше, не? Просветил, он, блядь, налево срутил. О. Нормально, ля, Что? Типа вот здесь проехал танк. Сорок ебанулся, что ли, блядь? Что за нахуй? Как я здесь свечусь, блядь? Это что такое? Блядь, ты поиграл, да, пацан? Короче, я, блядь, не могу. Блядь, нормально. Того, что не светится, блядь. Предсказуемо совсем. Вот это вот мне нравится, конечно, за свет. О, блядь! Просто пиздец. Я увидел, как он умер, но мне уже, блядь, просто от безысходности я в трупик стрельнул. Я не знаю, как это 71-й, блядь, здесь сюда стоит. Так понимаю. Нет, других вариантов нет.
перестреляет, блядь. Да вот что за Я не знаю. Где он стоит, этот 71-й, блядь? Ну, 6-8, блин. Цель понял. Есть отправитие. Есть отставить. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Блять! Это пиздец. Да это, блядь, слов нет, нахуй. Ай, блядь. Сука, слов нет. Вон где он светит. Просто говно, блять, меня лишило 3000 урона где-то, блять. Коричневый хуесос. Меня на этом танке ваншотят постоянно. Я, блядь, уже раз в четвертый, наверное, сам ваншот словил. Охуенно. Играешь все такой, играешь, все нормально, блядь. А. Почему это не ваншотит, это вот Т-34, Т-34, я не, вот не понимаю. Он же такой никчемный, блядь. Наконец-таки пробил. Вот вы чувствуете, чувак, который просто в трансе находится, у него ничего не залетает. Просто ничего. Похуй на какую дистанцию, похуй танк. У него ничего не залетит. Теперь еще полчаса ждать, пока они будут этого пацана искать.
Во, у кого-то сгорело. У какого-то модера. Ну типа. Ты сам подставился дом, учись, а торты сэвятся. Какой-то модер. Забанил. Признавайтесь, кто его забанил? Я его не банил. Ты думаешь, ВГ дает профит крабам? Я не думаю, я это, ну, знать и не могу. Я в этом, так сказать, уверен в том, что подобная система существует, которая облегчает игру тем, кто играет плохо, тем, кто играет редко и так далее. Существует система, которая заставляет игроков оставаться в игре. Вот он. Пурген. Пурген 4. Танк 60-я танковая бригада. Играл такой, был средний урон на ВЗХе 5500. 4700. Тату Е5. Ну, посмотрим сейчас тату Е5. Этот бой. Е5. А, это не на утесе было. Пайбоксе. Пятьдесят 1,6. 39-я отдельная мотострелковая бригада. Глазики Дэдпула. Или не Дэдпула, это глазики. Чей это символ? Похож на Дэдпула. Блять, что за хуйня? Я какой-то пиздец с мышкой. Охуеть. Тату 71-го. Во! Красавчик! ЛТшки должны светить. Смотрел Самаркасти. Не играл 2 месяца, зашел в игру, задонатил 1К рублей. В первом же бою ваншоте торта, во втором союзники расстреливают спину, не думаю, что система работает. Система, она не делает так, что ты взял и нагнул. Ты не мо она не может за тебя сыграть. Но она тебе может сделать так, чтобы у тебя стрельба была более хорошая, более точная, чтобы у тебя пробитие было лучше, чтобы у тебя было альфа в среднем выше. Рай, хочу купить уши себе, можешь посоветовать какие? Сейчас все советуют HyperX Cloud 2, как-то так. Короче, HyperX.
Loud 2, да. Стоят они нормально. 100 баксов с лишним они стоят. Ну, или синхрайзеры какие-нибудь. Вот у меня 360-е синхрайзеры. И для моего уха они самые подходящие. То есть, получается, чем... Если у тебя ухо большое, то синхрайзеры надо брать. Потому что у них очень раковины. Пиздатые. Очень удобные. Карточка. Блять, вот утес, все заебись, нубочка, заебись. Ну просто три арточки, блять. И соси ты свою бибочку, нахуй. Там у себя же, блядь. Дрочи свой хуй себе в рот, называется. Нет, 320-е синхи — это херня. Бой начинается. Для меня самый важный критерий в ушах — это в гарнитуре. Это комфорт. Вот ничего более комфортабельного, чем 360-е, я не видел. Надо было для 49-ки оставить. Цель захвачена. Есть оставить цель. Податься. На самом деле нам на выезде под артой будет не особо. Хотя вот тапок тут сжимается, это хорошо. Распиливать со всех сторон будем. Цель захвачена. Есть отставить цель. Пробитие. Нормально мутит, пацан. Четко. Четкая мутнявочка. Цель захвачена. Есть пробитие. Цель потеряна. Стрелок бахает.
Ой, яга, блядь, ты чё? Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Уничтожен. Блять, засветился, сука. Пиздец. Как так-то? От кого, блять, я засветился? Да уж. Как я, блядь, просветился, хуй знает. Конечно, нереально жестко зарешало. Я не успел счет дать по тройке, что ли? Сейчас бы я, конечно, дохуя настрелял, если мне этот выстрел. Торты, блять. Да и там от еги тоже, блять, получил. Это сушка охуевшая выехала. Прибланил, короче. Двушку урона. Распиздяйство. Такой даун. 10 раз заехал бы в круг и базу захватили бы уже давно. Было бы 7. Да уж. Рэк, знаешь ли ты Эрика Давидыча? И лично не знаю, как блогера знаю. Орион, бля, какой извод, чувак, сори, я соло. Давидыч, вот я бы назвал эту ситуацию так. Да выебывался. Конечно, сразу, я думаю, много хейтеров вылазит, но мое мнение. 1-е место в лиге. Ну, прямо именно в лиге сейчас нет, но на лане, я надеюсь, мы возьмем 1-е место.
Олег, можешь разбавить китайца чем-нибудь другим? Да можно разбавить чем-нибудь другим. Только не знаю чем. Пепси. Вариант. Нет, новые звуки, физику я не тестил. Понял. Блять, ну почему, сука? Мрази, блять, ебаные. Ну это пиздец! Мне еще повезло, что я сотый не в меня стрельнул. Кончиглот ебаный на Е1. Просто кончилыга, сука. Пизду, блядь. Дай бог здоровья. Успел откидаешь, сучки.
Спасибо за донат. У меня жопа горит, пиздец как, сука. Цель понял. Есть отставить цель. Есть пробитие. Цель захвачена. Есть отставить цель. Уничтожен. Просто обосранное говно. Рецепта у меня нету. Только не Епися. Почему? Что-то бомбит, да, у всех? От стандартных этих танков. Почему ВН8 не бустишь? Как? Видишь, на Еписи же катаю. Сколько на Еписи минус уходишь? Но бывает и в плюс. По-разному все бывает, когда вообще можно одним ББшками стрелять. И в плюс будешь уходить. Все четвергу. Оп, все четверо, кстати, да. Один экипаж. А что-то там переобучил, и все, и пиздец, голды нету. Там чуть кредитов перевел, и все. ГВЦГ. В каком районе живешь? Блин. В Ленинском районе. Почему ты не берешь туманную дымку в снайперском прицеле? Потому что ее можно убрать только при помощи модов. Функционала такого нету. Wargaming. Wargaming. Сколько?
три, наверное, года прошло или четыре, Бой начинается. после того, как ввели вот этот вот круг обзора, круг отрисовки на карте. Вот только через 3 или 4 года они смогли спиздить эту фичу мододелов. А чтобы туман убирать, кнопочку сделать, это вообще нереально. Это так сложно. Ты, братья, стоит. Цель захвачена. Пробитие. Отставить цель. Цель захвачена. Есть отставить цель. Есть пробитие. Цель захвачена. Есть отставить. Цель пробитие. Отставить цель. Цель захвачена. Пробитие. Отставить цель. Есть пробитие. Цель захвачена. Есть отставить. Цель захвачена. Пробитие. Есть отставить цель. Пробитие. Цель понял. Есть отставить цель. Есть пробитие. Есть отставить цель. Готов. Готов. Цель захвачена. Есть отставить цель. Есть пробитие. Пробитие. Пробитие.
орбита. Есть пробитие. Пробитие. Цель захвачена. Есть отставить. Так только ее убираешь, у клиента еще она не грузит. Какая разница, грузит, не грузит. Вообще, причем здесь загрузка клиента и то, что туманность при помощи модов можно убрать. Нельзя моды ставить мне на клиент. По правилам лиги. Или как думаешь, объект 260, 768 зашел бы лучше, чем 113, или его башня с 4 была бы печаль? Я не знаю. Не могу ответить на этот вопрос с большой точностью, потому что не было возможности 260 тестить, но я сомневаюсь, потому что 113 сильнее в лиге, чем 260. Я подозреваю. У 260-го броня ВЛД хуёвая. Ну, вот этот щучий нос, когда ты играешь на голде, это недостаток. Допустим, на рудниках, на 113-х, если ты правильно позиционируешь свой танк, то тебя голдой нельзя пробить вообще. Ну, очень трудно, нереально трудно. А на грёбаном 260-м ты так не станешь. Ну, только через башенку. А ну, через башенку, это понятное дело, ты будешь не участвовать в бою. На 113 можно стать так, чтобы ты в бою участвуешь, и при этом тебе хер урон нанесет кто. Потому что у тебя углы очень жесткие. Я не могу ответить на 100%. Но скорость у 260-го динамика в среднем, по идее, такая же, плюс-минус. Пушка, я не совсем помню, что там за пушка, но, по-моему, примерно такая же тоже, только там под калибры есть. Ты сейчас не в лиге играешь, как бы. Как бы, какая разница, где я играю? Суть в том, что если ты что-то ставишь на клиент, то ты начинаешь привыкать к этому. И потом, когда ты это убираешь, то потом у тебя, соответственно, дискомфорт возникает. Зачем мне дискомфорт какой-то? Потом в ответственных матчах. Это же полный пиздец. И получается, если ставишь мод на минус туманку, то ты себе делаешь хуже в дальнейшем. С серверным прицелом я играю, потому что он более точный. Ты думаешь, разгромим брейнштормов, почему они так слабо сыграли? Да я ничего не думаю. Они избрали против нас пуш-стратегии всякие. Не очень зашло. Почему БН-8 не бустишь?
Как вот сыграл на Еписе на 54, получается, Бущи Лейн 8. Сегодня играл с Дезертодом на стриме на десятках. Понятное дело, там 3, вот, 3800 в N8 был на AC7, херня. Ого. Как-то так. Как считаешь, звезды на пушке важны? Я считаю, что звезды на пушке это не показатель. Просто человек может не успеть их сделать, и у него будет меньше звезд, чем у другого, чем у того, кто успел их сделать. Но при этом разница по скиллу может быть в пользу человека, у которого нет звезд. Просто не хочешь себя программировать на другое, играешь на том, на чем привык. Да, именно так. Я буду видеть туманку в официальных играх, и, соответственно, мне не нужно привыкать к карте без туманки. Нет, я контактными. Ну как, когда мне было лет 14-15, ходил там на рукопашку. Такое. Ну, это, по-моему, все ходили. Чуть на бокс ходил. Ну, это все такое несерьезно. Какой показатель ВН8 за сессию, по твоему мнению, норма? Как можно задавать такие вопросы? За бред. Зависит от танка. Для СТ-10 нормальный ВН8 за сессию, допустим, 1008-9 на СТ-9. А если ты играешь на каких-нибудь ТТ-10, типа Маус, то для тебя будет хороший ВН8 и 1004 за сессию. Я думаю, Кириллоид никуда не ходил. Я думаю, что Кириллоид ходил в рейды World of Warcraft регулярно. Четыре с дудой. Ай. Не хочу я извращаться. Помню, помнится, как-то я катал на 44 с дудой по фену. Ну, теперь есть Т-34-3, и нету смысла катать на 44 с дудой. Как считаешь, что дает больше показатель скилла ВН8 и средний опыт? Если смотреть ВН8 по конкретному танку, то ВН8. Если смотреть ВН8 в общем по аккаунту, то это не показатель скилла. Ну, точнее, не точный показатель скилла. Даже средний опыт, я даже сказал, он будет в любых случаях более серьезным показателем скилла, чем ВН8. Олег, руди на миникарте включишь в следующем патче или они тебе не особо нужны? Блин, конечно, включу. Это ж чит. Страйк Юви либо Вария. Юви, наверное. Юви сильные в последнее время. Так. А когда будет Арсенал Барселона завтра, да? Смотреть. Наверное. Хотя какой, не буду я ничего смотреть. Результат посмотрю. Так. Страйк, а ты пьяный когда последний раз был? Прям пьяный я был на Новый год.
Ну а так чуть-чуть бывало там пивка пил. Средний опыт не показатель, так как многие без према играют. Ну понятное дело, что должно хватать мозгов, чтобы учитывать, играют с премом чел или нет. Как правило, все те люди, которые играют хорошо, за исключением, я знаю только одного, который играет хорошо и не использовал прем, это Ри. Это исключение из правил. Все остальные, кто пытается играть хорошо или играет хорошо, статисты и так далее, они все с премом. И не бывает по-другому. Поэтому средний опыт это очень хороший показатель. Вопрос немного глупый. С Катериной общаетесь? Нет, с Катериной не общаемся. Как по Стиберспорт. Блин, это просто эпичнейшие вопросы. Круто играть. Общаться с людьми, пытаться показывать, как ты играешь круто, быть коммуникабельным. Я живу в Смоленске. Какой лучший танк 9-10 для ТНК в начале? Все-четверо, Епись, Патон. Что хочешь, выбирай. Как выйти из киберспорта? А это уже интереснее вопрос. Можно по-разному выходить из киберспорта. Можно выходить на... Ну, можно выходить победителем, а можно выходить лузером с киберспорта. Вот. Можно выходить лузером из киберспорта, но с перспективой в другом деле. Можно выходить лузером из киберспорта и просто лузером по жизни, и вообще без перспектив, и все, пизда. Это, кстати, мне кажется, многих киберспортсменов ожидает. Можно выходить чемпионом в киберспорте в никуда, в лузерство по жизни дальнейшее. Потому что, как правило, киберспортсмен ничего больше не умеет, кроме как играть в то, что он играет хорошо. Лучше, чем 99,9. Кто решает в команде Навик, кого кикнуть и кого ставить? Никто не решает. Как правило, вообще в любой команде, я уверен, за редкими исключениями, когда кого-то бреют, это все начинается с какого-то заговора, грубо говоря. Люди начинают, ну, объединяются группками против там кого-то. Ну, или даже не то, что против там, ну, говорят друг другу, о, блин, ну этот вот хуёво играет. А то кто-то, ага, вот тут он реально хуёво играет. Ну, эта мысль просачивается, просачивается там, и потом большинством команда решает, что нужно избавляться. Думаю, как-то так. Я мечтал стать в детстве. Я не помню такого, чтобы я мечтал кем-то стать. Я жил в потоке. Когда уже в бой, то как актер стал, а? И как не, пожалуйста, Т-54 облегченного. Блять. Что вы такие зануды, а? Спасибо за донат. Т-54 облегченный. Вот. Нет у меня. Видишь, нет экипажа мне. Т-54 облегченного. Поэтому. Блин. Пересаживать я не буду экипаж, потому что у меня голды вообще не осталось нихера. Катать я не хочу, блять, вот честное слово скажу. Я откатал за сегодня 25 боев, для меня это дохера. Плюс я отыграл 2 часа на стриме за Зортодом, это довольно-таки сильно мозг выносит. Планируешь ли в дальнейшем перебраться в Москву? Ну вообще планов таких нету, но я не исключаю такого, что когда-либо в дальнейшем я буду жить в Москве. Москва это, блядь, город возможностей.
Там можно расширяться очень хорошо, очень эффективно. Если страйк затянул надолго ответ на вопросы, значит конец стрима, пора привыкать. Ну, вообще оно так примерно и работает, да. Назови по одному положительному качеству твоих тиммейтов. Это слишком сложно. Там, Толик, допустим. Что Толик? Быстрая голова, так сказать. Быстро генерировать может решение. Power slide. Хорошо, ну, очень эффективный клатчер. Андрей. Хорошо умеет плюс моралить. Левша. Левша сбалансированный, я бы сказал так. Кто там? Но про себя я говорить не буду. Кириллоид. Кириллоид. Что про него положительного? Это же должно мне нравиться. И в нем-то положительных качеств есть много, но которые мне именно мне нравятся. Наверное, более актуально. Я думаю, вот его неординарность. Он реально ебанутый, немного такой неординарный. Нестандартный. Вот, нестандартный. Инспирер. Но если с ним не сраться, то с ним общаться очень довольно комфортно получается. Он такой, как сказать, компанейский. Макс компанейский. Как-то так. Норм качество, ебанутый. Ну, блять. Если занимаешься киберспортом, то подобные качества не особо считаются как ебанутым. То, что ты ебанутый, это как бы не ебануто. Или тот факт, что хорошо то, что ты ебанутый, это не ебануто. Вот такая логика. Но работает это в нашей сфере. В большинстве Финесты. сфер это сфера, я не думаю, что особо будет работать. Channel switched. Так, блин, а что у нас вообще? Может быть, во взводе с кем-то покатать? Где у нас байк вообще? Call you bike. А. Хрена нету его. Точнее, ни хрена он не играет. Вот мне с байком нравится играть. Потому что он такой спокойный, такой хороший, позитивный, агро с него нет. Адекватный, играть умеет. Просто идеальный. Страйк, 5К на 10-м чехе смотришь? Я не смогу. Тех, кто его знает. Это опять-таки же. Если была бы мотивация, вот это вот, начинаете разглагольствовать. Если бы была мотивация, я бы смог. Но у меня нет мотивации, поэтому я не смогу. Поэтому я не смогу. У меня нет желания вкладываться, въебываться, там, потеть. Байк сети, но его он последний раз в 6 часов вечера играл в танки. Ладно, боёк сыграю. О, блядь, как это... Ну, это Скайликс, короче, пришел, понятно, блядь. Скайликс пришел, все, нахуй. Десятая арта в топе, блядь. Ой, фу, мерзость какая, блядь. Я не хочу играть в этот бой. Хочу слиться быстрее.
и начинается. Ох, сейчас бы на меде на огненной дуге покататься по двумя артами десятыми. Олег, ну все так и надо было сказать, что я в данный момент по скиллове тебя. Нет? А? 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 Ты же мой учитель. Я тебя в ПВП застроил, лол. Цель понял. Пробитие. Есть ставит цель. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Ой, ой-ой-ой. Конечно, Макс сильнее меня. О. Ну что ты такой тупенький, блядь? Никто с этим и не спорит. Вы чуете вот эту вот, блядь, всю, сука, желчь ёбаную нахуй? Которая стоит в одном квадрате, мразота вот эта вот. Просто поехать, что ли, всю свою сейчас арту убить, забаниться по-быренькому и, блядь, пойти на книжку почитать? Это, в принципе, неплохое решение было бы. Десятый активист, блять. Охуенная карта, охуенный стаб, охуенный бой. Ну, поехали вперед. Попадаю, блять. Не валил. О, еще и упреждение кривое взял. А можно, пожалуйста, тайпа вот разъебать с горочки, пожалуйста, вот правильно. Тип не выдержал стресса. Стрессогенного фактора он не выдержал и поехал умирать. Мозг выколол. Делал. Да, ну кой рикошет, чётенько ж попал. А, понял. Иди нахуй просто, блядь. Уничтожен.
Движение невозможно. Понял. Сори. Не знаю, зачем я это сделал. Это может потому, что у меня жопа горит. Мозг не работает. Наверное, поэтому. Почему Арта не убила его до сих пор? Вот объясните мне, плиз. Как может быть такое, что Type 4 Heavy не умирает от арты? От такой арты. Почему стоят наши шлепки сверху-то? Не рисуется. Понял. Найса. Цель захвачена. Есть отставить. Пробитие. Пробитие. Найса. Цель захвачена. Есть отставить. Есть. Попадаю и дали. В спад на попал два раза. Нормально ли? КПшки проебланил, за этого не могу агрессивничать. Ой, какуля такая прилетела. Пробитие. Цель понял. Есть отставить цель. Цель понял. Есть пробитие. Отставить цель. Ты. Не пробита. Таким ромбом ты, конечно, хер пробьешь. Есть отставить цель. Попадание. Цель понял. Есть отставить цель. Такие медленные, а. Есть пробитие.
Ай, блядь. Мирский бой, блядь, пиздец. Так, все, парни. Всем спасибо, кто смотрел. Сегодняшний 4,5 стрим, который длился 4,5 часа, заканчивается. На всякий случай жмякну 3-минутку, может кто посмотрит. Все, всем до связи. Рост у меня 1,91 м.